Вот смотрите, я вам покажу усадьбу, Вихляндию. Ну, я вам покажу мастер-класс, что мы будем делать. Вот смотрите, мы будем делать сейчас вот это кафешка. Ну, как кафешка? Мы будем делать полы. Кафешка уже сделана. Есть фильм, как мы эту кафешку делали. Она с пенопласта сделана. Здесь целый фильм есть, как сделать вот такую кафешку. Или там беседку. Или вот она находится у нас около речки. Вот такая речка. Я вам немножко покажу, чтобы фильм был более интересный. И мы сейчас полы будем делать здесь. Вот смотрите, здесь Рома делает полы, стяжка. У нас будет здесь кафешка. И, наверное, Рома уговаривает, чтобы он и торговал здесь. Вот он. Рома, разравнивай этот, покажи. Вот смотрите, у нас здесь есть бетонная стяжка. Она уже готовая. Ну, это внутри помещения. Ну, можно было сетку кинуть. Ну, и что-то я посчитал, что здесь не жесткие такие условия. И мы даже эту сетку... Ну, внутри на полах есть армированный бетон. Обычно мы делаем бетон и стяжку одновременно. Здесь мы немножко нарушаем наши же технологии. И мы ложим раствор прямо на бетон. Промоченный, промытый. Нету никаких никелиев. Ничего там. Марка 500. Специально она с такими присадками, которые ускоряют схватывание. И мыло для пластичности. То есть все, вот, больше здесь ничего нет. Но так как это не на улице, мы рискнули его беседки. Ну, посмотрим, что будет это там через 2-3-5 лет. Я что-то считаю, что должно оно выдержать. Ну, если не будет туда замокать и все. Вот примерно смотрите, вот эта кафешка имеет барную стойку, я вам покажу. Это другие мастера делали вот такую инкрустацию, смотрите, вот там и вот смотрите, камни, ну, камни, вот эту штукатурку мы делали, но покраска не наша. Я бы немножко по-другому покрасил, ну, в принципе, неплохо, но, видите, дерево, они его высветлили, я бы все равно низкие тона дал бы. Ну, стены, в принципе, интересные, ну, потолок, вот, я считаю, что его не доделали, на USB прикрутили. Ну, видать, хозяин дал недостаточно денег. Вот они как могли, сделали все это и бросили. Ну, сейчас запустим кафешку, и, может, со временем я потолок сделаю там. Ну, подумаю, как его сделать. Ну, вот эти все узоры оставим, а я бы сделал бы добротный потолочек. Ну, смотрите, вот так вот полы делаются на Коле. Ситуация такая, что... Мы обычно полы делаем, ну, рельефными, но так как здесь надо полы мыть, убирать, ну, мы сделали гладкие. Вот смотрите, я набил, назовем так его, карнизик или плинтус, или, ну, немножечко выделил я его такой рамкой. То есть это тоже система. А теперь я ее бью вот такими, ну, назовем, камнями или там секторами. Потом, ну, при покраске, может, я немножко оттеню его, и, ну, пока это не важно. То есть я считаю, как мы делаем пол в виде такого небольшого зеркала. Вот у нас вот такая рустовочка самодельная, и мы ей режем русты. Вот такой камушек, примерно есть масштаб. Ну, я немножечко меняю градус, чтобы камень был интересный. Ну, типа трапеция была. Вот видите, одна трапеция на улицу идет, сюда в минус идет. Здесь это уже. А здесь теперь я беру и вот сделаю так вот. А теперь сейчас посмотрите, я как, ну, камень сделаю начисто. Чтобы камень был красивый, но обычно это потом Рома делает. Я сейчас набью рисунок, а Рома потом он аккуратный и все за мной сделает. Вот надо сделать вот такие уголочки, подрезку. Вот здесь. Посмотрим, что у нас здесь получается. Вот здесь вот так вот. Руст сильно глубокий я не хочу делать, потому что убирать, мыть надо. Ну, считаю, что в этом смысла нету. Вот, смотрите, такой гладенький. Ну, как высохнет, мы его сделаем. Покраску подберем. Тон какой здесь будет тон пока. Ну, это художник, если пускай разбирается. Вот смотрите, первую часть мы сделали. А теперь я хитрю, делаю второй ярус. Смотрите, ярус опять... тоже немножко его пластичный делал, и может немножечко я его укрупню. Вот теперь есть хитрый такой вспомогательный, я часто его показываю, вспомогательный прием, чтобы камень был, ну, разный и в то же время в системе. То есть у нас художник там есть Тушин, он
ну, гений, подсказал простую систему, как рисовать. Ну, примерно, я нарисовал как мог, а я его расшифровал и понял, что это достаточно просто. И пользуюсь этой подсказкой. Вот видите, я немножечко укрупняю камень, чтобы по краю... Коля, ну-ка, сторонку. Вот, подожди. Я просто убор. Вот так вот, смотрите. Видите? То есть очень просто, думать не надо. Я делаю такой полукруг. Вот смотрите, второй полукруг я его... Вот так вот. Ну, можно чуть-чуть забраковать. Сделать длиннее. Видите, здесь они немножко меньше. Но все равно будет в системе. Вот здесь уже, видите, ну, следы остаются. Ну, я сейчас немножко еще здесь нарисую так вот. Видите, зато он легче рисуется, но уже ходить нельзя. И потом через часик-два мы подойдем. Получается, объем штукатурки зависит от того, ну, за сколько у нас хватится. Мы хотели успеть за день сделать, но не получается. Подносы далекие. Вот здесь камень, смотрите, какой-то некрасивый. Я его возьму, перебью, потому что ну, как-то он нерациональный. Сейчас опять становлюсь, вот все так вот. Ну вот так вот сделаю, раз и вот. Вот видите, глубоко резануло. Слушай, мягкое, там твердое. Ну, теперь я поправочку сделаю. Здесь, вот там раствор, ну нехорошо, видите, сколько выгреб, я не знаю. Лома потом может полечь. Здесь вот так вот, здесь крепко. Сюда. То, ну, не крепко. Потом мусор убирать, это сложно. Видите, здесь теперь надо вот эти камни очень проходить, ну, по кругу, чтобы они гармоничные были, надо подрезку вот этих краешков делать. Вот здесь краешек, по кругу, как бы надо было делать по кругу проходить. Тогда он будет красивый. Вот здесь, вот здесь просто проблема. Надо ровно потом полечь. Хорошо? Вот это уже я что-то резанул, прозевал где. Здесь вот, может, еще здесь попытайся увидеть, все это уже, ну, надо ждать. Вот я вот это крепко вырежу. А потом мы через часик-два подойдем тут лесу. Полый бетон заберет влагу. И вот здесь, если вот такой круг, уже вообще еле режется. Да? Вот так хрустит, видите, вот здесь уже не тянет. Но я боюсь, фильм сейчас разобьется на две части. Ну как будет, так будет. Говорят, короткий мастер-класс у нас. А камера просто снимает, тяжелый фильм получается. И они отсекаются сами. Вот раз, сюда и. Потом мы сделаем все покраску, я еще покажу покраску, и вы увидите как бы процесс. Все, дальше не получается резать, пока оставим так, ну все куда. Потом еще заснимем. Ну вот так.